Алтайские силовики начали расследование по одному из самых громких коррупционных дел последнего времени. Уже прошли первые допросы по делу Вадима Надводского, начальника антикоррупционного отдела МВД по Алтайскому краю. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Надводский был задержан у себя дома и решением суда помещен под стражу, хотя сам обвиняемый просил оставить его под домашним арестом. Его обвиняют в том, что в июле-сентябре текущего года он получил взятку в размере 5 миллионов рублей от одного из предпринимателей. Денежные средства получены за незаконные действия начальника управления в виде дачи указаний подчиненным сотрудникам о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных проверок возможных нарушений закона в деятельности возглавляемых бизнесменом предприятий. Примечательно, что Вадим Надводский последние 12 лет руководил управлением по противодействию коррупции. В частности, вел громкое дело «Изумрудной страны». Но вот сам, видимо, оказался не без греха. Задержание столь значимого должностного лица – плод усилий сразу нескольких ведомств. Факт нарушения выявили сотрудники ФСБ совместно с Управлением собственной безопасности МВД. Само же дело ведут специалисты Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Добавим, что по сообщениям некоторых СМИ, Вадим Надводский уже признал свою вину в получении взятки. Правоохранители предполагают, что, возможно, факт подкупа полковника был далеко не единственным.